За активистов вообще. Вы за активистов? За активистов, конечно. Я просто хотела спросить, как вы думаете, если здесь просто сказать два слова, меня за это сейчас арестуют или нет? Вас уже задерживают. С ума сойти. С ума сойти. Вы это видели, нет? Вы снимаете только оппозиционеров, да? Всех снимаем. Всех снимающих. Ну, а вот у кого есть другое мнение, вы тоже их снимаете? Конечно, всех снимаем. Ну, а те, кто, например, не выходит на митинги, и кто считает, что военная операция, которую развернула наша страна, вы их снимаете? Да, мы все мнения показали. Вот я тоже хочу высказать об этом. Скажите. Меня устраивает то, что... Это шок-контент. Человек пришел сказать, что ее устраивает. Видимо, Владимир Владимирович Путин в том числе и все остальное. Но она и не постояла нескольких секунд.